Вот. Но начну с того, что у нас есть две базовых стойки. И эти стойки, они так или иначе присутствуют во всех единоборствах. Первая стойка, когда мы руки держим у висков, это стойка для длинной дистанции. То есть, в основном, это если вот я вижу кикер, ну или не вижу, или ну всякое может быть, да, там тайквондо. То есть, чаще всего удары проходят висок ногами высокие. И здесь мы держим руки высоко. То есть, мне проще защитить центральную линию, нежели вести. То есть, отсюда я не успею руку к виску подвести. И большая часть нокаутов, вы можете посмотреть, например, те же ММА, они висок, височную кость. Поэтому, когда мы держим руки здесь, базовый блок у нас основной – это сбив, похожий немного на сбив тайского бокса. То есть вот такого, таким образом он выполняется. Опять же, если вы видите, что противник стоит таким вот макаром, значит, скорее всего, он будет использовать или нырки, или маневры, или же у него блоки будут идти изнутри, потому что руки у него здесь. Соответственно, открыт он по флангам, то есть виски открыты. И понятно, что я уже заранее знаю, что руки его пойдут сюда. Или он будет маневрировать, или будет делать подставки. Опять же, если вы видите, что противник стоит так, или, например, так, скорее всего, будут сбивы. То есть вы уже заранее можете предположить, какую манеру выполнения блоков будет делать тот или иной противник. Теперь, если у меня идет джеб, я вращаю руку на противника, а не от него таким вот образом. Почему? Посмотрите, если я делаю так, мне тут же может пойти удар этой же рукой. Сейчас делаем одно движение. Видите, я как бы сбрасываю руку, разгоняю, как пружина тут же мне бьет. Чтобы этого не было, я руку вращаю в другую сторону. То же самое, если меня бьют другой рукой, я делаю сайдстеп, и тоже рука у меня вращается на него. Вот сейчас мы сделаем, давай, значит, в серии сделай сейчас быстро джеб-кросс, а я сделаю наскок. Гоу! Ху-ху.